Добрый вечер. Чем определяется стабильность государства? Ну, в том числе сохранением устоев, традиций, правил. Когда постоянство сопровождает человека, он знает, на что рассчитывать можно, на что нельзя, после чего ему и работается лучше, отдыхается легче. То есть он понимает, какие рамки существуют, что ему будет, что ему не будет. И, естественно, конечно, вот подобная стабильность, она чрезвычайно важна. К сожалению, наше государство не всегда умеет обеспечить вот подобную стабильность, поэтому нечастые примеры особенно, конечно же, радуют. Одно из важнейших правил, вот, определяющих такую стабильность, желательных для людей и важных для власти, сопровождающее поколение наших людей на протяжении веков и оберегаемое властью и правительством, оно звучит следующим образом и, в принципе, возводится уже в ранг, наверное, поговорки. Украдешь яблоко – посадят в тюрьму. Украдешь вагон яблок – наградят. Ну, либо сделают начальник. И вот Россия на этом правиле, она стоит незыблемо. И есть такое ощущение, что это даже уже не столько поговорка и не столько правило, сколько закон, поскольку действует абсолютно незыблемо. Если бы не тревожные обещания нашего президента победить коррупцию, если бы не предыдущий министр внутренних дел, который коррупцию лично у себя в кабинете победил 2 раза подряд, то, конечно же, и за стабильность можно было бы не переживать вообще, и за нашу страну, и за наши устои, и привлекательных примеров, конечно, было бы больше. Недавний результат разбирательства в суде по поводу ребят из Волгограда. Волгоград Автодор, начальник, директор Владимир Колесниченко и его хороший приятель Тригулов. Они создали по предварительному сговору устойчивую преступную группировку, то, что называется УПГ, разработали схему хищения и похитили из бюджета 64 миллиона рублей. Полиция обоих поймала, следственный комитет изобличил, началось судебное заседание, суд вину подсудимых посчитал доказанной. Ребята тоже, в общем, хвостом виляли недолго. В результате, в полном объеме, поскольку понятно, кто они и что они, 64 миллиона безвозвратно утрачены для государства, поэтому им объявили суровый, чрезвычайно справедливый приговор. Организатор всего этого хищения, директор Колесниченко, руководивший Волгоград Автодором, получил 5 лет, а его подельник Тригулов 4 года. Условно. Оба за то, что украли 64 миллиона, получили условный срок. А чтобы вот наказать уже совсем сурово этих ребят, они поражены, что называется, в гражданских правах. В течение 2 лет им запрещено занимать руководящие должности, либо состоять на госслужбе. То есть подоплека этого такова. Ребят, ну, украли 64 миллиона, пару лет продержитесь как-нибудь, да? Ну, то есть получается по 32 миллиона на каждого. Никто не конфискует имущество, никто не требует возврата этих денег. Ну, украли 64 миллиона. Ну, подумаешь, волгоградские дороги так себе. Ребята, ну какие к вам претензии? Ну, пару лет просто вот отдохните. А потом ведь запрета на профессию нет, пожалуйста. У вас же опыт, менеджеры, вы умеете руководить. Добро пожаловать на госслужбу. Добро пожаловать в любые муниципальные органы. Наворовались? Дайте навороваться другим, и через пару лет вернетесь, и все у вас будет хорошо. У нас по стране, если посмотреть, вот именно по дорожной сфере подобных уголовных дел в производстве находится невиданное количество. Вот просто то, что на слуху хотя бы в течение этого года. У нас в апреле полиция выявила хищение при реконструкции и обслуживании дороги Каспий 31 миллиона рублей. Там тоже УПГ, тоже удалось поймать этих людей. Там 4 основных главарей банды схвачены. После чего последнее сообщение, которое было, о том, что им избирается мера пресечения. Ну, разговор идет о том, что, ребят, может вы, ну, например, мы пока не знаем, что, например. И все. И дела его больше нет. Не видно и не слышно. У нас в мае
совершенно нечаянно задержали с поличным при получении взятки порядка 3 миллионов рублей Александра Трубникова, который руководил в Воронежской области управлением автодорог. Причем его взяли с поличным, у него в руках вот эти меченые купюры, на лапках остались следы, сгоряча, нечаянно совершенно заехали к этому человеку домой, потрясли грязное белье, достали еще 140 миллионов рублей на лом, спросили, это откуда? Он говорит, да я не знаю. А, ну ладно, да, действительно, неудобно как-то получилось перед хорошим человеком. Ну, пожалуй, мы не будем больше задавать идиотские вопросы, откуда у тебя 140 миллионов? Это то же самое, что у Якунина спрашивать. Откуда у скромного Якунина при зарплате всего лишь в 1,5 миллиона долларов в год дача за 75 миллионов? Это ж бедный, сколько Якунин не доедал лет, чтобы построить себе такую дачу за 75 миллионов? Но ему же такой вопрос никто не задает. Поэтому вот к Трубникову тоже, ну, испачкался немножко в меченых купюрах на 3 лимона, ну, еще 140 лимонов. Все, вопросов больше нет. Причем, что здорово, Трубникова изобличила ФСБ. А! Вот она, безопасность нашей страны. То есть он был на тот момент опасен для страны, поэтому за него схватились ФСБшники, не какие-нибудь там продажные полицейские. Нет, ну что вы. Все, дело затихло. Все, никаких вопросов, ребята, не будем спрашивать. В июне Управление экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с полицией они напали на комитет по дорожному хозяйству Полин области. Там тоже выяснилось, что дорогу как-то так аккуратно положили не тем слоем асфальта, что 7 миллионов куда-то исчезло. Там даже по этому делу подозреваемых нет. То есть 7 миллионов исчезло, а что-то как-то непонятно куда. Ну, бывает так иногда. Вот раз 7 миллионов. Да что такое 7 миллионов? Из-за этого что, уголовное дело возбуждать? Ну, провели выемку документов. Попугали ребят, достаточно. Еще, что немаловажно. В течение всего 20 века стабильность у нас определяла классовая близость. Это такое определение свой-чужой. Немаловажный параметр. Карл Данишевский был у нас такой первый председатель революционного военного трибунала. Он в интервью газете «Известиям» в 1918 году сообщил, что военные трибуналы не руководствуются никакими юридическими нормами. Правильно. Вот вроде бы 95 лет прошло. Власть уже совершенно не та, абсолютно. А стабильность прежняя, заботливо сохраняемая. Разве можно своих классово близких воров сажать на реальные сроки за их обыденную повседневную работу? Такую же, как везде, как у всех, как по всей стране. Ну, разве за это сажают? Своих-то? Как можно? Это ведь не Навальный с Офицеровым. Вот там хищение. Ох, там Киров лес. Причем, вы же помните, Навальный, он даже не при должности, консультант. Ну нет, ну украл так украл. Но там реальный совершенно срок. Слышь, мужик, ну ты давай. Классовый чуждый. Уж присядь так присядь. Про Ходорковского, который выпил всю нефть страны. Ну это раньше было, если в кране нет воды, выпили жиды. А сейчас понятно стало, что если выпили всю нефть, так это и Ходорковский, ну, соответственно, все, сидит родимый. Причем вы заметили, что на него не распространяется амнистия об экономических преступлениях, потому что он же нефть украл дважды. Поэтому это два преступления. Это не одно преступление. И вот посмотрите об этой классовой близости и руководство, отсутствии каких бы то ни было юридических норм, о которых говорил Данишевский, и в память о котором эта привычка сохранена у нас. Ведь Женечка Васильева, начальница департамента имущественных отношений, томится же в квартирке, гуляет по бутикам. Это же не Толоконникова, которая в КПЗ сидела. А вот, например, Анечка Шевенкова, помните та, которая в Иркутске, это дочка председателя местного избиркома Людмилы Шевенковой, она сбила двоих, одну насмерть, вторую инвалидом. У нее 14 лет отсрочки. Ну, потом, у нее ребенок маленький. Вот у Толоконниковой тоже маленький ребенок. Ей отсрочку на 14 лет никто не дал. В результате действий Толоконниковой, сколько человек погибло? Ни одного. Сколько стало инвалидами? Ни одного. Поэтому Толоконникову в КПЗ и на 2 года, а вот Женечку Васильева, ее пока в квартирке 15-комнатной, пусть по бутикам походит, погуляет. Она так страдает, вы же стихи ее, наверное, слышали. Страдает барышня. Ну и Анечку Шевенькову через 14 лет там будет видно. Что хорошо вот в отношении Данишевского, коллеги по работе его в 1938 году шлепнули на огородные грядки. Статья 58 у него была. Прям там же виновен и расстреляли. Все, нету больше такого. То есть человек получил по заслугам.
В нашей истории это крайне редко. Он просто в тот момент перестал быть классово близким. А дело его живет и обеспечивает нашу стабильность. И у нас посадок вот по делам, связанным с воровством, ровно столько, сколько классово чуждых людей попалось. Вот Ходорковский попался, Навальный попался, ну, офицеров, естественно, попался. А вот, например, в Волгограде 64 миллиона. Да черт бы с ними, пусть гуляет. Новость. Всего лишь 4 балла. Никаких пробок в Москве нет. Ну так, небольшая удавка на кольце, на вылетных магистралях уже конец света. Ну, всего 4 балла. Пообщаемся, в том числе по этому поводу, если хотите. 65, 10, 9, 9 и 6. Наш сегодняшний карнавал и обмен мнениями. Эдуард открывает. Здравствуйте, вы первый. Добрый день, Сергей. Здрасте. Во-первых, хотел сказать спасибо за вашу программу, регулярно ее слушаю. Регулярно падаете настроением, прям вот так, посреди дороги. Ну, практически. Вот, у меня два вопроса. Первый, у меня автомобиль Volkswagen Golf Plus. Ух ты. Ну, почему же ух ты? Редкая машина. Вас пятеро на всю страну. Нет, сейчас их в Москве ездит довольно много. По-моему, с точки зрения вот компоновки... Оптимально для городского автомобиля, довольно большой салон, размер, при этом все-таки платформа гольфа и довольно удобно парковаться, да, и да, так далее. Вообще, типа размер именно городской. Высокая, абсолютно, не длинная. И абсолютно вот в этом отношении немцы пошли после, так, наверное, 30-летних раздумий вслед за японцами. Потому что японцы этот класс машин, высоких городских, делают давно. А немцы подумали, ух ты, давайте-ка изобретем. Изобрели? Хорошо получилось? Нет, очень хорошо получилось. Машина, я в целом доволен. Она у меня выпуска 2007 года. Вот, единственное... Да, из минусов, наверное, все-таки, как и у хэтчбеков, не очень большой багажник. Вот, ну, как бы меня это не сильно напрягает. Зато, Эдуард, в нем хорошо стоять. Да, это правда. Это правда. Можно вытянуться практически в полный рост. Большой плюс, кстати. Да, да, большой плюс. Вот у меня вопрос, поскольку у автомобиля пробег уже довольно солидный, у меня начались проблемы с коробкой. Ух ты! У меня автомат, но не ДСГ, а вот обычный. Нормальный. DFG, по-моему, его называют. Вы знаете, нормально, да, но вот в последнее время там проблемы, я так понимаю, то, что я вычитал на форумах, на всяких клубных сайтах, проблемы с гидроблоком. Да. И, видимо, придется мне его ремонтировать, потому что переключение второй на третью передачу уже становится довольно мучительно, особенно при горячей коробке в городских потоках сложных. Вот, вот я хотел проконсультироваться, у меня два вопроса. Во-первых, моя цель как бы починить и проездить еще года два при моем пробеге, это ну, 30-40 тысяч, я езжу довольно много. Вот хотел бы узнать ваше мнение, может быть, вы сталкивались с этими вопросами. Можно ли починить так, чтобы она действительно отъездила? Потому что конторы, я имею в виду частные лавочки, скажем так, которые предлагают ремонт этих автоматов, они, ну, мягко говоря, все довольно подозрительные. Конечно, конечно. Вот, а официалы, они просто не берутся, они предложили поменять целиком коробку, запросили за это больше 500 тысяч, ну, новую абсолютно, ну, да, с нуля. Вот, и спокойно выслушали мой отказ, естественно. Ну да, а многим официалам, кстати, им, в принципе, запрещено, потому что они, конечно, все из себя сертифицированы, но только их допускать нельзя до сложной техники, поэтому только агрегатный ремонт, может то есть быть, машины, да, в сборе. И вот у вас, во-первых, вы не знаете, какой диагноз. Есть подозрение, что это гидроблок. Гидроблок вообще-то, да, меняется в сборе. Хотя есть определенные энтузиасты, да, 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 способные, да, починить это, но они должны... Я не рискую им отдаваться совершенно. Это только в том случае, если они ваши близкие родственники. Да, ну, к сожалению, нет, поэтому действительно в сборе стоит он там порядка 50 тысяч. Но там проблема в том, что мне снимали поддон, там и стружка, то есть там как бы все более запущенный вариант, я думаю, и как бы... Ну вот, я не знаю, может быть, вы знаете, что есть какая-то контора, которой можно доверять по ремонту КПП, хотя, честно говоря, нету ни по одной сайтам как-то, да, похоже нету на то, к сожалению, к великому, никому не доверяю. Никому, а тем более, раз у вас там стружка, то, скорее всего, это косвенно дало механический износ и другим элементам коробки, и, соответственно, гидроблок-то он сам по себе, но получается, что вы поставите гидроблок в уже немножко порченное нутро, а там еще может какой-нибудь золотничок залипнуть и создать точно такую же головную боль, он будет трехкопеечный, а ощущение будет на все 500 тысяч. И здесь вполне возможно, что один из вариантов это с подбитого истребителя запчасть. Да, я думал об этом.
есть какие-то разборки и прочее, прочее. Ну, надо вот прозондировать этот вопрос. Могут привезти под заказ из Европы, так Могут. как они говорят, восстановленную там в заводских условиях. Это будет обойдется, как мне сказали, примерно, ну, не знаю, в районе сотки. Да, Кстати, совсем новую 270, что-то такое. Да, в Румынии как раз очень много поляков вместе со вьетнамцами в одном сарае изображают тот самый завод, который делает эти коробки. Знаете, там немцы все озабочены просто. Они с утра до ночи создают заводы прямо вот при Фольксвагене. Знаете, вот с утра они думают, а куда мне пойти на работу? В цех трансмиссии или в ремонт? И там люди в белых перчатках, под микроскопом, чинят и думают, эх, сейчас в Россию, там же с коробками тяжело. Но мы поможем ребятам? Конечно, помогут. Забота, да. Да. Ну, не знаю, что сказать. Видимо, придется идти самым таким неинтеллигентным путем, починить ее быстро и дешево на небольшой срок и быстро машину продать. Я думаю, что все получится. Боюсь, что эти как вариант, варианты. Как вариант. Да. А второй мой вопрос был, я присматриваюсь вот к следующему автомобилю, и мне как бы хочется небольшой такой кроссовер. И я смотрю на Тигуан. Но там самая интересная комплектация — это с двухлитровым двигателем. И к дизелям я как-то немножко пока, наверное, с подозрением отношусь. Вот бензиновым двигателем. Но я слышал, опять же, что двигатели TCI, да, если не ошибаюсь, Да-да-да. У них есть какие-то проблемы с жиром масла. Может быть, я не прав. Вот вы не можете... А как повезет? Этим... Вот это как раз... все-таки это же немцы. Это же знаменитое немецкое качество. И поэтому там 50 на 50. У кого-то и двигатель накрывается, у кого-то, например, коробка ДСГ. Есть те, кто бегает счастливо, долго, и у него даже не потеет там ни одна прокладка, ни один сальник. Есть такие несчастные люди, у которых начинает масло гнать изо всех щелей, причем довольно быстро. И TSI, тем более они все разные, они же бывают в разной степени форсировки. И от чего это зависит, не знаю. Вот замечал только, что чем добрее человек, тем дольше у него служит жена, техника и стиральная машина. Понятно. И Тигуан сам по себе неплох, но пока не советую, потому что, с одной стороны, вы еще, может быть, годик доездите на своем гольфе, а у Тигуана вот та самая знаменитая проблема с тормозами, по поводу которой представитель чешет затылок второй год и говорит, ну, проблемы-то, конечно, никакой нет, но мы сейчас все исправим. А вот про это не знал, а там... А вот там у них серьезно. Калибровка АБС, и бывает у некоторых параноидальная подозрительность, они обнаруживают у себя родильную горячку сразу после того, как прочитали об этом в газете. А у некоторых неприятности из-за того, что если машина на небольшой скорости зимой едет по кочкам, и эти кочки просто твердые, не обязательно они должны быть и только ледяными. Вот несколько ударов по колесу, приходящих от дороги, распускают тормоза, и вы наступаете на педали, машина едет и говорит, ну, поскольку дороги все равно нет, давай, дорогой, рули, а тормозить будем в следующий раз об КамАЗ. И немцы у себя в Германии, они с этим не сталкивались. Наши столкнулись, многократно потыкали немцев носом в ситуацию, и где-то с пятого раза немцы сказали, о, да, знаете, это на самом деле не проблема. Ну, поскольку мы тут нечаянно обкакались, то мы, конечно, сейчас подотрем за собой. Вот они весной уехали как раз в намерении памперс посмотреть, подвергнуть спектральному анализу, пока молчат. Да, серьезная проблема. А вы тогда не посоветуете, вот что из кроссоверов в бюджете 1 300 000, 1 400 000 сейчас? Эдуард, это такие блистательные хлопоты. Куда потратить практически 1,5 миллиона? Мир безграничен. Знаете, в диапазоне от каких-то там легковушек полноприводных, с переходом уже в класс, в том числе внедорожников, потому что в эти деньги уже так начинает на горизонте серьезная рамная техника заглядывать. И все кроссоверы, вот вообще все, какие только есть. И самое главное, как только вам предложат Mitsubishi ASX или его клонов, Citroёn и Peugeot, тут же так аккуратно извинитесь и уйдите в сторону, потому что это неправильно, это не машины. Все остальные кроссоверы, Эдуард, какие великолепные хлопоты. Алексей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло, алло. Да. Хотел сказать, что с интересом слушал нашу передачу. А вопрос мой касаемо автомобиля Mercedes B200 с кузовом в последнем 246. Мне хотелось бы в первую очередь узнать ваше мнение об этом автомобиле. Ну и два вопроса задать касаемо коробки, будут вопросы касаемо резины. Алексей, вы на эту машину почему обратили внимание? Что вас в ней так заинтересовало? Ну, наверное, Mercedes. То есть звезда. Плюс объем,
достаточный при относительно компактных размерах для города. Угу. И ценник, который, тем не менее, большой. Ну да, он не совсем маленький по соотношению, но тем не менее комфорт от езды и от внутреннего убранства все же больше испытываешь, чем от тех же корейцев. Ну, кореец тоже, корейцы рознь, они всякие бывают. Мерседес Бэшка, он, как всегда, неоднозначный автомобиль, и его можно покупать только в одном случае. Если он вам невероятно нравится, если у вас есть какое-то сомнение по его поводу, это сомнение со временем может у вас вырасти в аллергию. На мой взгляд, вот переднеприводные Мерседесы, фирма Мерседес, она... Когда промахивается, она промахивается грандиозно. Вот чем больше шкаф, тем больше, соответственно, грохоту от него, когда он падает. Фирма Mercedes, она регулярно наступает на грабли, так конкретно, она получает в лоб с искрами. И всегда, утирая выбитую физиономию и отплевываясь зубами поломанными, говорит, ну, так и было задумано. Это мы так, это, знаете, сколько мы на этом заработаем. И вот первый АБ-класс, второй АБ-класс, они совершенно разные, то есть разный заход на тему. Мерседес не умеет делать передний привод. Он к нему подступается многократно. Раньше он пытался на Митсубиси заехать. Но Митсубиси, к сожалению, сдохла чуть раньше. Бэшка, еще одна проба пера. Третье поколение переднего привода точно получится. Второе, ну, спасибо, ребята, за дебют. Я очень рад за мерседесовцев, что они не оставляют эту тему. И потихонечку, потирая синяки и ушибленные коленки, ползут в нужном направлении. Ну, я хочу сказать, что в целом мне машина очень нравится. Единственное, что смущает, так это коробка. Вот. В принципе, машина недавно, с декабря у меня. Вот. И практически с самого начала появились такие неприятные вещи, как при разгоне зависание на высоких оборотах. Причем в режиме эко происходит при использовании активного разгона. Или же вторая у нее проблема появляется... что при торможении она может выбивать на первую, причем практически с ударом. Ну, не, Алексей, на самом деле, Мерседес же это безупречное немецкое качество. То есть она не ломается никогда. Это не дефект, это особенность. Это такая привлекательная сторона автомобиля, что у вас и можно насладиться звуком двигателя на повышенных оборотах, и переход на передачи такой решительный у автомобиля. Это же Мерседес, ну что вы. Он безупречен. Я понимаю. Ну, тогда и последний вопрос касаемо резины. Они сейчас ставят вот эту вот Туранзу якобы с усиленными боками. В общем-то, довольно-таки жестко получается. Я переживаю по поводу того, что это при наших дорогах довольно-таки некачественно скажется на подвеске в конечном итоге. Скажется, хорошо. Да. Но сама по себе резина, ведь это же Ренфлет, он довольно тяжелый. Но при всем при том, если, не дай бог, вы проколите колесо, вы на этом колесе дырявом сможете прокататься еще целую неделю. В этом плюс. А резина, естественно, рассчитана на идеально ровные условия Германии. И когда Бэшку делали, никто же не знал, что есть Россия на свете. То есть с 45-го года немцы предпочитают об этом не вспоминать. Поэтому, да, рассчитана только на ровный асфальт. И через какое-то время, особенно если вы будете выезжать за город, у вас, ну, начнутся там уже тихие песни ступичных подшипников и усталость по элементам подвески и резинотехническим, и по амортизаторам. Но опять-таки, Алексей, это безупречное немецкое качество. Новость. Пробок в Москве по-прежнему нет, всего лишь жалкие 5 баллов, всего лишь пара парализованных колец в элитных магистралей, поэтому все мы с песнями весело несемся, в том числе... Общаюсь с Сергеем Асланяном по номеру 65-10-996. Вы не поверите, у нас сегодня день Алексеев. Это очень радует. Здравствуйте. Алексей? Да. О, Сергей. Извиняюсь, Сергей. Это вопрос такой. Алексей? Алексей? Сергей? Сергей? Да, это мы. Здравствуйте. Да, то что был еще один Алексей. Я уже думал, меня обрадовался. Вообще-то, оказывается, не меня. Нет, на самом деле, можете радоваться вас. Вот я теперь и радуюсь. Аж себя еще раз спросил. Да-да-да. Мы вас опознали, Алексей, по имени. Да-да. Сергей, слушаю вас периодически, ну, не всегда просто получается, потому что... Это не страшно. По работе не совпадает. Ну, хорошие, интересные темы всегда поднимаете, просто...
Алексей, у вас убедительное алиби. Я прекрасно понимаю, что вы не конспектируете меня в силу производственных обстоятельств, да? Да. Так что у вас в автомобильной жизни? А что у вас насчет воровства в нашей стране? Вы помните, вам дедушка не завещал в свое время два постулата? Первый — увидел милиционера, перейди на другую сторону, украл вагон, точно наградят, а не посадят. Ну, это даже как не совсем уж дедушка завещал, это, скажем так, наше советское прошлое нам все это завещало, что милиционер, от него беги дальше. Да. Помощи лучше не просить, потому что будешь еще, скажем так, самым виноватым останешься. Ну, как сказал Жванецкий, милиционер не бандит, от него спасения нет. Вот это точно. А по поводу воровства, нам же сейчас с вами рассказывают, вот особенно то поколение, которое не жило при советской власти, о том, что при Сталине какая была строгость, при Брежневе стабильность, и уж там-то воров, ух как, вон даже директора Елисеевского расстреляли, с дуру, правда, как потом выяснилось, ни за что, ну ладно уж, расстреляли. Раньше, да, без блата никуда не ткнешься. Ну, хотя сейчас еще то же самое, наверное, даже еще и хуже. Ну, сейчас единственное, что изменилось, это доступнее стала большая номенклатура ширпотреба. Машина в очереди раньше была в пожизненной, а сейчас, ну, вот ко мне обращаются люди и говорят, я тут такой весь из себя красивый пришел, а мне говорят, жди полгода эту комплектацию. Не, ну что такое, ну я уже с деньгами, а не полгода. Обидно. Раньше 20 лет ждали, ну, в общем, нельзя сказать, что сильно переживали. Ну да. Это точно. Ну, я думаю, что дальше только будет хуже, поэтому... Откуда у вас такая уверенность? Вот смотрите, у нас же ворюгу Навального сейчас вот наконец-то посадят. Еще один гад ползучий, Ходорковский, варежки шьет. Как все здорово. В общем-то, да, самый главный ворюг у нас сидят. Да. Да. Почти. Это же, ну, министр обороны же ни при чем. Хороший человек. Нет, у нас такие люди вообще никогда не виноваты. Они только, как сказать-то, правильно. Чем бы наградить, а? Вот Героем Советского Союза, вот пойдет? Да, да, вот в самый раз, да, как раз они все ждут награды, но как-то награда их никак догнать не может. Да, да, а Якунин у нас, например, ведь у нас же про РПЦ, про РЖД в принципе говорить ничего нельзя. У нас такой образцовый порядок на железной дороге, что даже при невыносимости автомобильной жизни, тем не менее, 70% товаров в стране выплеснулось на дороге. Потому что по железной дороге перевезти уже ничего нельзя, только автомобилем. А на автомобиль поехал, погрузил, а там тебя взяли, менты ограбили. А про РЖД идеально порядок. Вот у нас на РЖД, вот вся страна у нас как-то, мягко говоря, нуждается в реформировании, а на РЖД у нас шикарно все. Вот прям, вот образец, вот бы немцев бы поучить. Что-то как-то не едут они к нам. И Почта России тоже. А, Почта России, да. Почта России безупречна. Ну, с другой стороны, а что с ней взять? Мы же к ней не обращаемся. Если бы мы бы какие-то письма друг другу писали, а так мы забыли их, бедных, вот они уж как-то там выкручиваются, развлекаются сами. То кредиты людям дают, то коммуналку пытаются как-то оплачивать вместе с нами. А что конвертик? Лотерейки продают. Да, 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 да. Иногда вот там аптечный киоск какой-нибудь попутный откроют. Ну там, потом, если что, с огоньком наши посылочки разберут. Угу. Да, да, видел я тут. С огоньком, да, было дело. Пока как-то разгружали. Да. Посылки. Да, я тоже видел. В Новосибирске летел. Да, да, заметьте, никаких последствий. Все громко хлопнули кулачком и сказали, мы разберемся. И что? И где? А, разбираются. Точно. Разбираются, это же долго, это же несколько лет. Это же вот как с оборонсервисом. Несколько лет. Ну, погодите еще. Че мы? Мы как буддисты. 12 жизней. Успеем. Что у вас, Алексей, автомобильного интересного? Да. А меня интересует, заинтересовал Хосе 60-й. Ух ты. Но отзывы от нем какие-то неоднозначные. То есть кто пишет... радуется, говорит, отличный автомобиль, а кто-то пишет, что управляемость все вроде нормально, но надежность хромает, то одно, то другое, то третье. То есть как бы вот эти детские болячки какие-то постоянно вылазят, какие-то ошибки, и с которыми даже официалы справиться не могут. Ну, знаете, как дилерская сеть не для того, чтобы лечить вашу машину, дилерская сеть для того, чтобы отобрать у вас деньги. А тем более по Volvo. Volvo, там требуется серьезная квалификация. И довольно мало дилеров в состоянии кормить качественный персонал. Поэтому очень много народу оттуда ушло.
Ну и вот мы имеем то, что имеем. Хасед, чем она хороша, это отличная бабская машина. Как только за руль садится мужик, начинаются сразу проблемы. Как девку посадили, она счастлива. Тут блестит, там сверкает. Мягко, хорошо, я поехала. Дорогой, а что это там такое звякнуло? А, мотор вывалился. Ну ладно, ты там подбери, я пока пешком пошла. Ну, в общем-то, да, просто в основном положительные отзывы от девок, это точно. Да, и тем более ведь, Алексей, ведь сказки придумываем мы сами. Настоящее японское качество, немецкое качество, шведское. Кто поставил на пьедестал Volvo? Вот эту фирму, которая делала машины для сельских аптекарей и учителей, то есть для людей, далеко не лидирующих в социальной табели о рангах. Кто поставил? Мы. Кто придумал эту легенду? Как? Вот ездили по нашей советской действительности иностранные дипломаты на Вольвах, а мы легенды придумывали, что эта машина неубиваемая, что она прочная. Помните первую волну секонд-хенда 92-го года? Вольвы с 300-тысячным пробегом к нам привозили, говорят, да ладно, она же не ломается. И ХС-60 из этой же самой категории. Ведь это мы придумали легенду, что она настоящая, что она шведская. В ней половина Форда. Мы про Форд придумываем легенды о том, что эта машина непотопляема, как авианосец? Не особо. По конструкции интересно? Да, выглядит хорошо. Нравится, беру, я поехала. Ну, вот и все. Ну, я, в общем-то, почему обратился к этому автомобилю? Просто изначально-то рассматривал Ford Explorer, но у них нет дизелей. А я как-то, ну, приверженец дизеля. Мне больше нравится дизель, чем бензин. С Эксплорером еще одна приятная особенность произошла. Там его эта мультимедийная система, этот комплекс общения человека с автомобилем, он у них настолько удачный, что эту машину в Америке не рекомендовали к покупке. А по всему миру, там даже начался судебный иск. Часть пользователей судится с Фордом за то, что они это уродство сделали. Ну, у нас, естественно, клиент — это человек, об которого представительство вытирает ноги, поэтому нам это недоступно. Мы просто покупаем, либо не покупаем Explorer. Дизеля у него пока не будет, потому что и так хорошо берут. Кстати, Explorer — это Volvo S80 предыдущего поколения, первого поколения. Просто в другом кузове. Да, ну, тогда, исходя из нашего разговора, хотелось бы Сергею тогда спросить какого-то совета, что можно взять, вот, скажем, в этом классе дизельного? Ну, дизеля-то практически у всех есть. Ну, у немцев есть, у корейцев есть. Но тут вот какая штука. Если машина нравится, то поначалу, так или иначе, ее убивать будете не вы, а дилер. То есть никто не может так хорошо умертвить автомобиль, как официал. Он будет этим заниматься в течение всего гарантийного срока. После чего у вас принятие решения. Беру, не беру. Тем более, что вот до недавнего времени у одного дилера у него был лизинг для физических лиц, то есть обязательство обратного выкупа. Когда ваша кредитная сумма погашения ежемесячная, она бралась не от полной стоимости машины, а от половинной. И вот этот договор обратного выкупа, он действовал в течение всего гарантийного периода. То есть это было дешевле. С одной стороны, вы постоянно платите, машина никогда не становится вашей, а с другой стороны, как только у нее заканчивается гарантийный период, вы от нее избавляетесь, пересаживаетесь на другую. В отношении Volvo это оправдано, потому что шведского качества там нет, китайская пока еще на нее не напала всерьез, как метастазы по всему организму не расползлось, а все-таки, ну, особенно полный привод. Очень неплохие дизеля, особенно D3, D5. Ну, D5, конечно, лучше. Ну, D5 я рассматриваю. Да, D5 вообще шедевральный мотор. Во всех исполнениях, что с одной турбиной, что с двумя, вот сколько я ездил на D5, мне он очень нравится. Причем я на D5 ездил и за пределами Москвы, то есть по заведомо плохой солярке. Не дрогнула машина, выдержала. Она, правда, была у меня просто 60-ка. Но тоже полноприводная, и в легковой 60-ке, которая не ХС, в ней стоял двухтурбовый D5. Ну, вообще шедевр. Потрясающий мотор. И удобно сидится. Ну, хотя, конечно, в любой Вольве, в ней вот этот аттракцион под названием «Я хочу выпить за рулем из горлышка из бутылочки», он не удается. Хочется пить, остановись, отползи, выйди из машины, выпил, после чего завелся, поехал дальше. Ну, есть всякие нюансы. Но машина ведь идеологически неплохая, а какая там великолепная пиротехника стоит в капоте. Когда вы, не дай бог, сшибаете насмерть пешехода, его голову отдельно отбрасывает капотом, чтобы смотрелся как живой. Ведь ноу-хау мало кто такое делает. На ХС-60, пожалуйста, стоит.
Очень удобная опция. Ну, я тогда сейчас вообще теряюсь в догадках, что можно взять. Корейцев смотрел, тут же Санта-Фе, ну, есть у знакомого Санта-Фе, мне не понравилось. Пластик внутри так воняет, что глаза выпадают. Невозможно просто. Я вот пару раз у него в машине сидел, но ну, я не знаю, как он на ней ездит. Он, наверное, мужественный. Ну, есть еще немцы всяческие, есть японцы. Кроссоверов на свете много. На полном приводе ползает каждый второй. Японцы — это как-то качество производимых в Европе японцев составляет желать, честно говоря, лучшего. Ну, тоже настоящее японское. Они же на европейские свои заводы, вот особенно те, которые в Англии, они же японское качество привозят в ведрах и потом разбрызгивают там по конвейеру прямо. Ну да, такое ощущение. И мы получаем с вами там всякую там Toyota RAV4. Вот там как раз настоящее японское качество. Оно вот именно как раз мелко опрысканное такое. Вот у нас как попы обычно мажут вот кисточкой всех. Когда барюги там приходят и говорят, позолоти там, защити мой бизнес, я хочу воровать дальше, и мне нужно, чтобы ты меня осветил. Да запросто. Это точно, и кадилом сверху. И кадилом сверху, любого варюгу, любого бандюгу. Сколько у нас, вплоть до публичных домов, а почему бы и нет? Ну да. Вот. Но все-таки, ну, Сергей. Алексей, вы замахнулись на Хосе 60, но поговорив не с тем человеком, то есть я не в том настроении, чтобы торговать слонами. Вы начинаете от своей мечты отступаться. Может быть, оно того не стоит. Я не то, что замахнулся. Я хотел просто узнать, как она вообще действительно, про нее пишут так плохо, или все-таки она как все. Что-то значит. Не, Алексей, она как все. Это не та самая Volvo. Это просто обычный кроссовер. Вот он точно такой же, как все, и выбирается логарифмической линейкой и калькулятором. Хватило денег, сел, поехал, не хватило, посмотрел что-то другое. Вот той самой фетишизацией, которой мы с вами занимались долгие годы, создавая иллюзию, будто Volvo достойна быть на пьедестале, она не имеет к Хосе 60 никакого отношения. К сожалению. Поиск продолжать. Поиск продолжать, но знаете как? С легким оттенком наслаждения. Это же не мучение, это приятные хлопоты. Пойти так, да, потратить 1,5 миллиона. Представляете, вот когда нашу с вами запись слушает остальная часть страны, говорит, о, москали, а? Звонит один другому, говорит, слушай, а как бы мне 1,5 лимона-то освоить? На что потратить? Другой, даже не знаю. Приятные хлопоты. Перерыв на новости. Парадокс Яндекса. Пробки длиннее не стали, а уже 6 баллов. Марат, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Марат. У меня к вам, как ни странно, у меня к вам вопрос. Скажите, вот если украли 64 миллиона на строительстве дорог и получили справедливо целых 5 лет условно, это о чем-нибудь говорит? Россия. Да. Россия. Я за китайский вариант. Руки отрубать, расстреливать. Вот честно. Кстати, у китайцев что интересно, у них высшие меры наказания, мы по старинке считаем, что она расстрел, а у них нет, у них интересней. У них тех, кто приговорен к расстрелу, приезжает специальная машина из центра имплантологии. Человека аккуратно химическим способом умерщвляют и быстро разбирают на органы. Ну, если он здоровый. Если ему 98 лет, нет, оставляют, то есть стреляют тогда. А вот если ему 30-40 лет, взяточнику какому-нибудь, его аккуратно разбирают. Сердце одному, почки другому, печень третьему. Так молодцы, молодцы. Они все берут в оборот. Это отлично просто. Мне кажется... Просто страна такая. Мы отказались от расстрелов. Высшее руководство мы никак не судим и ничего с ним не делаем. А внизу давно уже все стухло. В России две напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Да-да. Тоже уже больше 100 лет, да? Да, я вам звоню, хотел сказать, что у вас передача очень интересная. Хотелось бы, чтобы вы ее очень долго вели. Так не бывает. Так не бывает. Ну, хотя бы подольше. Может быть, не долго, но и подольше. Вот. И... Хотел бы, мне кажется, что вам нужно в политику. Вы обладаете таким восприятием этого мира, что ну, дано не каждому.
и очень мало таких людей. А знаете, я сильно подозреваю, Марат, несмотря на всю привлекательную вашу комплиментарность в мой адрес, что это особое восприятие мира, это всего-навсего какая-то разновидность совести. Вот, наверное, так она называется. Знаете, просто такая редкость. Это мало кто чувствует, потому что не встречается в природе. В пробирке иногда можно посмотреть и на уроке послушать от учителя, а больше-то негде. Но... Знаете, наверное, да. Наверное, да. Но, если... Но совесть в нашей стране, увы, потеряна даже не знаю когда. Но есть, конечно, люди, индивидуумы, которые ее сохраняют, но их очень мало. Вы в их числе. Спасибо. Я вот пока не в политике, поэтому я еще не получил свои 5 лет за Киров лес, но думаю, что у меня именно такая перспектива, если в какой-то момент кривая меня туда, например, не то чтобы бросит, а что называется, мимо меня начнет ходить политика, потому что я-то мимо нее по доброй воле не найду. Тут же выяснится, что, во-первых, я в детстве мучил сестренку, во-вторых, я списал всю алгебру за 6 класс, у меня налоги не уплачены где-то, наверное, так лет за 800. Ну и еще какие-нибудь приятные мелочки, я думаю, лет на 5 я как раз наберу. Ну да, наберут. Да, моя задача будет просто в нужный момент кивнуть головой и сказать, да, ну, собственно. И потом мне Песков скажет, нет, вы знаете, от Асланяна извинения не принимаются, даже несмотря на то, что кто-то сказал, что если он с повинной головой придет, так уж и быть. Нет, знаете, не тот случай, нет, от Асланяна не принимается. Понятно. Сергей, у меня к вам вопрос. Вы знаете, я 4 года езжу на автомобиле, называется Ford Maverick. Ух ты, полный привод. Да, полный привод, отличный автомобиль. Хотел как бы брать себе джип, когда брал, ну, у меня есть маленький домик в деревне, и туда на нем езжу. Ну, взял вот такой вот кроссовер небольшой. И, в общем-то, в принципе, доволен. Но пришла пора менять. Вот. И у меня такая мысль есть как бы на МП-300. Ух ты! Да, ну, может быть, что-нибудь там L200, например. Хотя я отлично проезжаю летом, осенью и весной и на Маверике. Вот тут осторожней, потому что они, казалось бы, собирательный образ современного пикапа, там МП-300, L200... А они теперь совсем разные. Их ведь теперь очень много. И в эту же кучку примчался уже сверху Амарок. Он тоже тут стоит по праву. И уже Хайлюкс есть тойотовский. А еще сейчас Колорадо подкрадется шевролюшный. И уже есть Форд. И они все очень сильно друг от друга отличаются. Если раньше их можно было одной кисточкой, общим портретом намазать, теперь не получается. И вот НП-300, чем он хорош? Он примитивный, как табуретка. Убивается он неохотно. Двигатель у него всеядный. Кабина у него строго двухместная. Если вы везете кого-то еще сзади, они уже в радикулитном состоянии не помещаются там. Вы знаете, меня пугает только нынешний Common Rail, который у них там ставится с 2010 года, по-моему, если мне память не изменяет, у НП-300. Да. А так, в общем-то... Ну, Common Rail, знаете, Common Rail штука такая, она, к сожалению, уже практически везде, но вот да. Я на 300-м сколько катался, в том числе по деревням и по колхозу, даже всерьез не лифтуя его, он уже был нормальным внедорожником, и, в принципе, достойный аппарат, в нем удобно, примитивно, просто, и кирпичи возить не жалко, но меня все-таки его не до кабины очень смущает, потому что как только я кого-то беру с собой, это все, это заложник. Это несчастный человек. Третьему там делать нечего, строго на двоих. А потом вот, например, L200 уже привлекательней, потому что у L200, пожалуйста, автомат и блокировки. И блокировка заднего моста. А это вы полезно. Знаете, его внешний вид меня пугает. Понимаю. Особенно, когда вы на него еще одеваете колпак фирменный, он становится совсем похож на какое-то насекомое чудовищное. И он в любом состоянии. А если на него еще посмотреть... Вот очень хорош, конечно, спорт. Mitsubishi Pajero Sport. Pajero Sport, да. Да. Но хочется возить что-нибудь еще. Конечно, можно прицеп купить. Но можно. Что-нибудь хочется... Да, что-нибудь хочется возить. А возить в нем не получится. Ничего, в общем-то, по большому счету. Багажничек там, ну... Не маленький, но небольшой. Не, ну в Pajero Sport ничего, так туда мешков 10 навоза-то помещается. А сверху можно лестницу прикрутить, а на нее ведерко повесить.
Ну, знаете, мне как бы навоз там не надо возить. Ну, поклад. Вы говорите, домик в деревне. Да вы что? Вы просто не пробовали. Рекомендую конские. Знаете, очень целебно. Такие сорняки на нем растут. Марат, ни одни сорняки не вырастут так шикарно на конском навозе. Вы знаете, в деревне сейчас, когда из, ну, скажем, из советско-российской деревни убрали всех лошадей, коров. Съели. И съели, убили, там, я не знаю, что угодно сделали с ними. Там растет все превосходно. Любой сорняк, он растет везде. Да. Если раньше соседка моя бабушка говорила, в деревне не найдешь там сорняка, то сейчас все заросло. В любой деревне. А борщевик, ну, а борщевик какой шикарный. Да, да. Можем да. поставлять. И вот посреди всего этого великолепия, при нехоженных тропах, поскольку население отсутствует, стоит телефонная красная будка. И, точно. И работает. И никто и не пользуется, но работает. И карточку можно поехать в местный телеком в Урюпинск, там купить и с этой карточкой приехать и позвонить. Сергей, я вам, извините, конечно, отвлеку еще вас минут, скажу очень интересную историю. Давайте. Мы с друзьями ездим на охоту в Тверскую область. Там есть деревня, в которой нет ни одного дома, потому что жители уехали лет, ну, 20 назад. Кончились потому они что там жить невозможно, дороги нет. Угу. Но она есть на карте нашей великой страны. И там посередине есть телефонный аппарат с красной будкой. Домов конечно. Нет, а аппарат есть. Правильно. Потому что, наконец-то, телефон пришел в деревню, мы на связи. Это, да, небольшое опоздание, лет на 30, на 40. Этот телефон нужен был, конечно, для людей, а не для ландшафта. Но чем хороша наша программа? Мы ведь не пересматриваем результатов. Если мы приняли решение, мы сказали «Днепрогэс», значит «Днепрогэс». Если мы сказали «Космос», значит «Космос». Там все по плечу. Мы сказали «Телефон по всей стране». Нате, получите телефон. А сейчас же мы сказали еще, что «Дороги по всей стране». Вон у нас на Колыму какую дорогу. У нас же вот до Берингового пролива собираются через 30 лет проложить, наконец-то, грунтовку. Верю, будет грунтовка до Берингового пролива. Через 30 лет нам точно удастся. Сделаем. Интересно, она развалится, как дорога Путина? Ну, если, конечно, святым Путиным ее не обрызгают, может быть, и развалится. А если обрызгают, точно не развалится. Путинская три года продержалась. Сергей, удачи вам. У вас отличная передача. Не буду вас отвлекать. Вам еще что-нибудь кому-нибудь надо сказать. Спасибо вам, Марат. Приятные хлопоты у Марата по выбору пикапа. Алло, здравствуйте. Неужели, Николай, неужели вы дождались? Да, да, слушаю. Вы очень трепетно ждали, и вот, наконец-то, вы в эфире. Николай. Сергей, здравствуйте. Здрасте. Вы не можете прокомментировать, есть выбор Toyota Venza, Volvo XC70 новая или все-таки Gran Turismo трехлетняя? Ух ты! Значит так, Venza легковая машина абсолютно. Хосе 70 очень добротный автомобиль повышенной проходимости. Gran Turismo это понты, получившие под зад. Вам что ценнее? Хотелось бы, чтобы отговорили от Gran Turismo, но все равно, наверное, куплю ее. А, тогда не покупайте, потому что, наоборот, зайдите с другой стороны. Значит, если мы торгуем слоном, то нужно это делать с хорошим настроением. Это семерка BMW, то есть это лидер гаммы с отточенной управляемостью, с весьма своеобразным кузовом. Машина, узнаваемая в три четверти сзади любым, и неугоняемая абсолютно, потому что кому же, ну так, продолжаем торговать слоном, едет замечательно, моторы большие, салон удобный, и откуда ни глянь, отовсюду BMW. И, Николай, вот вы подходите, например, куда-нибудь, ну так вот, небрежно на стойку кладете ключи на ресепшене и говорите, я тут у вас номер заказывал. И все видят, а на ключе у вас нарисовано BMW. А когда написано Toyota, никто не понимает, что вы выбросили 1,5 миллиона на ветер, чтобы купить себе просто легковую машину. Ну, ХС-70 туда-сюда, Volvo, знаете как. Но ГТ, это же статус. Это же BMW. И ему, кстати, в пиар помогает HP, если вы помните эту рекламу. Все, до завтра.